Если в Армении премьер-министром останется Никол Пашинян, то не удивлюсь, если спикер парламента начнет заседание национального собрания со слов «Салам алейкум». Об этом в ходе брифинга заявил депутат от партии «Процветающая Армения» Геворг Петросян. Он заметил, что своим решением лишить Наиру Зограбян депутатского мандата руководство страны нарушает Конституцию Армении. В Конституции говорится, что перед законом все равны. Если слово «мусор» считается таким глубоким оскорблением, то почему соответствующие процессы не осуществляются в отношении премьер-министра Армении, который использовал фразы покруче? Также лишение депутата должности главы парламентской комиссии может осуществляться в том случае, если истекли депутатские полномочия человека или он сам отказывается от занимаемой должности. В случае с Наирой Зограбян всего этого не было. Это очередное свержение конституционного строя, подчеркнул Петросян.